Лера, привет. Так, ну что, последнее дерево? Как называется, ты не знаешь. Это называется химера фаины. Жуткое название, но дело в том, что нас с Латинковым, моим другом, обвинили в том, что мы выращиваем химеры. А я сказал себе, а чем химеры плохи, если с умом? Посмотри, давай быстренько заканчивай собирать. Ой, красота какая. В этом году плоды мелкие, в прошлом году были 40 грамм. В этом году... Вкуснотища. Так, теперь смотри. Ты трясла дерево, честно? Да. Трясла. Ну, чуть-чуть, взял... Все, больше не надо. Завтра же у меня день рождения, чем я угощать буду? Последнее дерево. А нет. Идем сюда, познакомлю тебя, иди сюда. Дело в том, что ты меня чем подкупила? Утром снимаем фильм. Ты собрала 1,5 ведра абрикосов. Вон там, на том дереве. Ну, там уже это видели. А, кстати, не все собрала. Завтра будешь собирать? Да. Будем считать так. Ты сегодня заработала 400 рублей. Лентяйка. Чем ты меня подкупила? А, вот, кстати. Самый поздний абрикос. Сын манжурца, назовем его поздний. Имя собственно, сын манжурца поздний. Вот он. Ладно, теперь. Давай в тенечек, а то я тут сильно припекает. Иди сюда. Кстати, видишь черный абрикос, остатки. Я тебя сейчас на том участке угощу черным абрикосом. Вот. И этюдом буду знакомить. Почему? Что ты сказала утром? Я сказал, ты подтверждаешь, что будешь садоводом? Что ты ответила? Нет. Нет. Ты сказала, что? Я думаю. Думаю. Что ты мне сказала час назад? Я сказала, что пока я собираю абрикосы, я так надумала, что я хочу стать садоводом. Ага, после того, когда я тебе за те 1,5 ведра 300 рублей. Нет, не после. Не из-за этого? Ну. Нет. Ладно, так. Теперь я отключу на 30 минут. Идем. Дело в том, что у меня день рождения. Не хочешь 2 августа? Вот, деду исполнится 74. А я хочу, знаешь что? Вот это дерево, да? Вот это. Гости будут, то все. Видишь? Это оставим на угощение. Так? И там у меня черные абрикосы и этюд. Еще 2 дерева с плодами. Вот поэтому сейчас мы пойдем туда делать селфи. Селфи, или как у вас там называется это? Все, ладно, давай я понесу ведро. Сейчас, секунду, я выключу. Все, друзья, еще раз, надо, чтобы к тебе привыкали. Я Валерия Сергеевна Железова. Так. Внучка кого? Дочка. Внучка. Ну... Ну ладно, короче, я дочка, я внучка. Вот, правильно? Садовода. Так, внучка садовода. О, хорошо сказано. Давай ты пустое бедро бери. А я это. Пойдем собирать эти сливы. Это случайно первые сливы. Так-то они еще зеленые.